приехали на тачок. Здесь был кориандр. Скосили его. Пасека на платформах. Работает. Ставочек. Вот здесь ставочка. Смотрим, что тут. А, какой вид? Это мне отдавали эти. Да, печка. Вань, мед будешь кушать? Не. А чё? Это все отстроенная вощина в этом году. 4 магазина, семья одна 300. Один корпус 300. Один корпус 300, дальше все магазины этого года вощина. Решетку можно снять. О, там, кстати, спрашивали это. Решетками пользуетесь или нет? Ну, конечно, вот. Все пользуюсь. Рамка 300, 8 рам, 4 магазина. И все отстроенная вощина. Вот показываю всем. Смотри. И любое. Первый магазин. А что так тяжело поднимаешь? Тяжелые корпуса? Нет, с доски тяжелые. Доска дубовая. А здесь этот... Один нет, магазин. Чель почему? Магазины одного столяра. Вот, видишь? Ага. Это другого столяра. И нет, все, да? Это не знаю даже, как работать с этим. Надо без фальцера было. Вань, Максим. Еще тоже мужчина. Вот он третий. 4 магазина. Да. 4, 3 есть, 2 есть. Есть вон 5. Видишь? Есть один. Вот есть вообще один магазин. Была проблема с маркой, вот смотри, весь сразу. Все, меда нет. Все, если матка. П, я боюсь спросить, что такое П. Эм, поменять матку. А-а-а. Ну тут понятно. Мы не так? Смотрим на ее возраст. Вверху. Мы смотрим на работу. Если работа не та, значит надо менять. Вот 5 магазинчиков. Мы это первый год переходим. Мужчины понакидали еще. И что-то мы считаем, что легче будет работать. Ну легче однозначно, на спину точно. И потом у нас еще хотят, чтобы мы дали эко-мед. Все рамки, чтобы... Ну загрузили мужчины сильные. Соответственно, мед потеряли. И мед потеряли, да. Ну здесь вы стояли на этом, на кориандре. Кориандр, шалфей. Давай, тут все есть. Понюхай все равно мед. Понюхай, что там понюхать? Мы его... И скажи, что за запах. Поковыряй пальцем. Поковыряй, попробуй. Попробуй мед, я же говорю. Интересный вкус очень. Фадеев, давай. Нам же он же пробовал. Он же пробовал. Да, он разбирается в меде. Попробуй, это не такой, как не чистый шалфей. Тут именно перемешка и кориандр, и шалфей, и все идет. Я себе разбирался. Мед. Мед. Короче, ему подсолнух более этот. Вкусный. Он пыльцой питается. Какой мед? Не. А что написано? Это? Китай. Семья. А ПР? ПР это ПРР. Вообще мы не писали номера, просто все нормально вообще. Мы не видели. И что теперь, долго будут тут стоять они? Не, сейчас откачиваем и переезжаем, готовим к зиме. В леса уезжаем. Там, где мы были весной. Ага. А качаете тут, прямо на месте? Нет, мы отбираем, поедем. Сейчас поснимаем тоже на базе. Кондрюша, там он построил базу. И там. Поедем туда. Посмотрим, да? Да. Ну тогда... А они достроили уже? Да, да, мы же качали первый мед. А утеплил все, да? Все сделано. Мы же качали мед. Фадеев, а что ты сетку одел? Боюсь. Себе сеток один Фадеев сетка. Переживает за свое лицо красивое. Нет. А знаешь почему? Потому что... Не-не, он не доверяет. Я же у него маток не брал еще. Он не верит. Он не верит, что... Ты выводил не с тех маток. Вот, видишь? Нет, просто у тебя весной была Миннесота. Но она еще сейчас немножко есть. Еще не сплавили мы ее все. Долго она будет. Пока мы ее выводим.
Несут-то неплохая пчела, хорошая пчела. Ну, чем вы сюда тянули платформы? Это на бусах, на джипе. Там есть беда, что она услабливая. Сейчас будет где более-менее, тут нам не разрешают косить. Ну это вы на... Мы поставили у лидера, нам не разрешают косить, поэтому как поставили, так и есть. Не сейчас поедем на другую пасеку, поснимаем, там люди просили прицеп более детально. Окей, я там поспрашиваю тебя да. За прицепы. Что занимается, как говорится, мясным? Так, а где ваш четвертый? Где ваш четвертый коллега? Коллега четвертый дома, приболел. Приболел? Ну ладно, мы про коллегу вспомним. А вдруг. Сколько здесь семей расположено вообще? Ваших, ваших 4 прицепа? Да, наши 4. Еще там отводки? Да. Больше 100 тут. Идем, подъедем еще туда тоже. Куда? Вот мы прицеп. А мы пешком не дойдем до туда? Дойдем, конечно. Дойдем. Просто до колючки. Стой. Мы сначала идем, а ты уже потом идешь. А вот это чего снятое? Это отвод. А, это отводки просто. Вань, ты спрашивай, если что. Да. Не, я поснимаю. Да, потому что... Мы в прошлом году на этом месте были. Три раза не поймешь. Это я знаю, чьи пчелы. Это Коли, наверное. Да. Это мой прицеп. Раз, два, три, четыре, шесть корпусов. Четыре намёта. Два гнездо. Два гнездо и четыре намёта, да. Тут рот открыл. Нет, а тише ветер не поддувал. Ручей много. Это где вы клеточку покупаете? Это польские? Да. Что, вот даже всех разный цвет. О, прополис. Четыре цвета. Нормально. Шесть корпусов. Это четвертый намет. Да, четвертый намет. Вот. Но этот я еще смогу поднять. А дальше еще... уже не поднимай. Дальше уже. Так а возьми, разбери. Да не надо. Иди до решетки покажи. Давай. Разберем? Ну давай разберем. А то может вы накидали туда расплода, ну да, елки пашки. Смотри, как классно, как ступеньки, видишь, я пошел. Ну, не все, конечно, видишь. Ступеньки. Не, скажу сразу, где была проблема с маткой, меняли, да. Все, сразу нету меда, это однозначно. Покажи, вставь, стой их, покажи. Вот так. Печатку. А, они все запечатаны. Угу. Это итальянка или кто? Нет, тут все было. Тут все отстопано, прицеплено. Петер Штофен? Да. Три корпуса. Вот она, решеточка здесь. Два корпуса снимаем. Это просто мед закончился. Так не прикольно. Это много работать надо. Да не, тяжело. Зачем это надо? Один магазинчик четко один нормально магазинчик, себя чувствует. Хватит. А да? Покажи, кстати, что в семье там. Сейчас посмотрим. Ну, верхний корпус в основном медовый будет. Распор будет, я думаю, основной. Ну, там, давай его сыграем тоже. Ну, поставь тоже, стоя его, посмотрим. Да, сейчас. Прикольно. Куда его поднять? Да на пол. Я не понимаю. Хотя есть, есть расплодик. Есть расплодик. Тоже. Да, хороший, до низа видно. И там есть, я вижу. Да, засев все равно. Ну, на двух корпусах. Пчела обменяется. Нормально. Печатка в том корпусе. Печатка в том. Угу. Знаешь, матка сейчас только сюда спустилась. Ну тоже. Тут пыльца вот, тут расплод. Сейчас том надо смотреть. Медовые они запечатаны. Вот. Нет, это медовые. Нет, это медовые. Вот два корпуса это расплодные. А слушай, мед какой-то мокрый. А это этот. Именно этот мед. А ну дай коленем сейчас посмотрим. Вот, печатка и тут тоже. Ну, это получается сейчас в корпусах кориандр, да? Ну, мед. Ну, в основном. Нет, тут перемешка. А, тут все. Да. Тут... Вот верхний корпус. Что вот. Вот матка как раз. Вот маточка. Прошлогодняя. А ну? Зелененькая, красивенькая. Старая, дряхлая. Да, старая. Давай клеточку. На клеточку, смотри, даю сразу. Вот как мед они поставили, видишь? Вот расплод. Гнездо уже готово. Гнездо уже. Для зимы. Зиме готово, да.
А когда вы ставите полоски, ну, вот, в зиму? После выкачки. А выкачка у вас, ну? На будущий день начинаем. Выкачиваете и сразу же, ну, грубо говоря, 15-20 августа, да? Да. Например. А вы обрабатываете после, после полосок чем-то еще? Ну, там проливаете или... Или полоски, в принципе, все? По заключенности смотрим. Ага. Если нужно, и три раза ставим полоски. Еще это все собрать? А если не нужно, не ставим. Мы же вас не снимали на видео. Представьтесь, пожалуйста, да, а то мы, вы не попали в прошлый раз. Это наш отец, папа. Ну, стеснительно. А как папу вашего зовут? Человек, благодаря которому мы занимаемся пчелами. Меня зовут Валерий. Я отец их, и я поддерживаю пчеловодство. Но это вы виноваты в том, что они пчеловоды. Да. Что так? Значит, не только они, я потомственный пчеловод, потому что дед мой был пчеловодом. Это еще до Советского Союза, румынские времена были. И у людей были дуклянки, у него было в первом село было 40 уже доданов. Оттуда это идет. А вы знаете, с прошлого видео вас увидел, в Украине живет ваш сосед. Он вас увидел, звонил мне, говорил, ну, спасибо, говорил, и что он вас увидел. Говорит, так приятно было видеть земляков. Сосед ваш где-то. А не знаешь? Ну, я не помню, мне много звонят. Так что, но на Украине, да, мой сосед. Да, он брат тут возле вас живет где-то. Я так понял. Если бы хоть фамилия... Так что он вас теперь 100% увидит, вообще обрадуется, я думаю. Так что привет ему передадим. Привет тем, кто знает меня. А, многие знают. Везде. Особенно пчеловодам, те, которые любят пчел. Не мед, а пчел. Да, да. Да, у нас папа... Папа не любит тех, кто любит мед, а тех, кто любит пчел. Коля такой крепкий парень, я смотрю, можно и по 4 корпуса ставить сверху. Ну да. Для меня это тяжелый. Ставил бы и по 5. Коля, ну это же, я так понимаю, это все американское пчеловодство? Ну да, есть. Сказалось. Сказалось, да? Что сказалось, что сказалось, это правда. Там совсем другая работа, а не то, что... Открой рядом, дальше. Что ты открыл хороший. Вот открой, а вот, рядом. Вот рядом, похоже. Да. А, да, давай, тут ты показал только, самую... Это только два корпуса принес, видишь? Очень плохо. Мало. Матку надо задавить. Смотри, видишь? Только два корпуса меда. Только два корпуса меда. Это только три. А вообще, вы довольны сезоном в этом году по меду? Или... Как? Ну, как нет. Есть. Если бы было раньше, мы бы не знали, на что Бакфаст покупали, да. Сколько. Может, были и довольны. То были бы мы очень довольны. А так мы просто знаем возможности Бакфаста. Мы сейчас поедем на другую пасеку. Посмотрим, там увидите. Там не, ну, видишь, что начал по-самому цвести, 3 недели дожди. Каждый день. Ну, у нас то же самое, по сути. Холодно. Ночью было 12 градусов тепла у нас. Да, но и до подсолнуха, период между акацией и подсолнухом, не было с природой ничего. Пчелы прекратили развитие. Угу. И подсолнух, когда начал, не сильно было пчелы работы. Тоже вот 4 корпуса. Но верхний не печатный, только залитый. Угу. Ну, вверху все равно с метком. Кстати, видно? Многие ставят в разрыв корпуса, мы никогда не ставим в разрыв. Не ставите? Нет. Вот я ставлю в разрыв. Вы только наверх ставите? Только наверх. Вверх поднимаю. А что такая технология? Ну, так лучше. Попробовал только магазины ставить в разрыв. И как бы построили хорошо, но я обратил внимание, что если ставим в разрыв, они не печатают нормально. Только заливают. А вот если вверх лучше? А если сверху ставим, они хорошо печатают. Вот эти дальше корпуса и поднимаются так наверх. И это, если хороший взяток, все печатают. А я ставлю в разрыв вощины. Ну, они карника строят вощину. Но я за вощину. Вот сейчас мы поедем, сушим, кидали. А, там все, на понятно. Поедем, я магазины там кидал в разрыв. Ага. Там нормально как бы. Ну, вощина от карника, то вощина в разрыв строят они, ну, хорошо, быстро. Вот я ну, не печатают так быстро, как печатают. Я понял. Когда да. Мы начали заниматься бакфастом, пугали, что не строят вощину, что то, другое, третье. Это все неправда. Строят вощину, как все пчелы, хорошо.
Не, не как все, лучше. Я, вы только что, наверное, извините, что перебил. Вы с Фадеевым только что поздоровались за руку, наверное. Не просто... надо хвалить Бакфаст. Не, просто это, люди воспринимают Бакфаст, что это зло, и думают, что это молодежь обманывает, что это не все. У нас был вчера человек, тот, который сильно против Бакфаста здесь, в Молдове. Везде на семинарах выступал, что это плохая пчела, не нужно ее и так далее. Вчера он, я и скажу его слова. Он был, посмотрел нас на пасеки везде и говорит, как я сейчас людям буду говорить обратное. Угу. Я сейчас был, убедился. Ну да. И как я буду говорить обратное им? Я говорю, что это плохо, а сейчас говорит, что хорошо. Да, ну тут так оно и есть. Многие идут уже по тому пути, что просто не могут осознать, да, по возвратному пойти и признать, что не все так плохо. Я занимаюсь пчелами всю жизнь. 1974 года только на государственной пасеке в лесхозе проработал всю жизнь. И были разные пчелы, была кавказянка у нас, мы получали по почте, была итальянка у нас, карпатка была. Ну, за ту пчелу мы не знали, хлопцы взялись. Карнику вначале. Мы карнику вначале там. Карнику, но и то не чистопородную, уже F1, F2, наверное, мы с нее выводили, и то лучше уже было. Uh-huh. А когда уже перешли на эту, пока потестировали, это тоже время нужно. Ну, конечно. И я не могу даже найти слов, как сказать. Я в своей жизни никогда не видел такого меда, как приносит Бакфаст. Самые лучшие хорошие годы. Во-первых, он развивается очень хорошо весной. Очень важно это в пчеловодстве. Дальше. Приносит хороший мед, можно сказать, не роится, не то что полностью, но не роится по сравнению с другими пчелами. Этот год был безъяточный между акацией и подсолнухом. Всех роились кто куда, у нас нет, у нас не роились. Дальше миролюбивость. Меду, соответственно, больше приносит. Ну что искать еще? Ну да. Искать ничего не нужно, уже найдено все, только надо работать. Надо работать с этим. Ну и, конечно, между... Я раньше никогда чистопородных... Я занимаюсь матками очень давно. Тогда не было материала чистопородного, никто этим [S2] Угу. [S1] Не занимался. Единственное, что я делал, это селекция из хороших семей. Тут в этом Бахвасе еще надо селекцию проводить. Потому что выводим матки, одинаковые условия от одинаковой породы. Одна гонит небоскреб, а другая нет. Соответственно, нужно на этих выводить, обращать внимание. Ну, понятно, нужен еще и облет естественный, и трутневый, да, фон, влияет, это все влияет. Урода, как говорят, в семье не без урода, так и тут. А раз пчеловоды бежит, хотел такой прямо, кто у вас матки, одна семье. Хорошая, другая. Не, ну вы молодцы. Мы уже третий раз к вам едем. Ну, походу, еще и приедем, если меня Фадеев возьмет в следующий раз. Вот он говорит, я уже тебя не беру. Так он не то, что не берет, он сказал, что оставит. Приедет через месяц и все. Что, поедем на другую? Да, я буду пленкой экономить. Спасибо большое. Он обещал же... Кстати, Вань, да, по прицепу. Нас, считай, пятеро ходят по нему, нас стоит, это... Его. Не, ну по прицепу, ну, ты же говорил, что мы посмотрим, мы, да, в другом месте. Мы просто тут сейчас бурянами заросшие, как бы никак. Вань, за собственной конструкции и очень удачные. Не, ну, я показывал там в прошлых у видео, там многие были... спрашивают за прицепы, чтобы... У меня были прицепы ташкентского производства, государственные. На 22 лежака. Угу. Это вот так вот, да? Веером. Карусель. Угу. А, я, да, я понял, да. Потом мы делали обычный прицеп, или от машины прицеп разрезали, удлиняли, делали длинный, или тракторный. Но как эти удачные, их буксирует любой джип. И идет она очень хорошо. С ним маневрировать очень хорошо, потому что он одноосный. Ну да. Ну, прицепы мы еще посмотрим. Все, поехали. Это
соседа нашего пасека. Подожди, Андрюха. Это соседа вашего какого? А может, можешь открыть? Открыть дверь, вот дверь тут. А, вот этот? Да, открыть дверь, прям видно. Поехали. Ой, тут Фадеева улей. Ну, не будем показывать в этот раз, да? Улей не показывают. Ты деревянные снимай, не снимали Фадеева улей. Вырежешь. Чтоб не думали, что реклама. Да. Так это, вот у него вот, такое. Вот это сосед, соседа по пасеке или да, по. Да, мы кочуем вместе, друг мой. И у него ули такие же самые, да, как у тебя. Ну нормально. Ули такая же система тоже. Потом закрою. Да. А сильнее просто. Да, я сейчас закрою. Да, как прикольно, когда для пчелок есть много разнообразия. Это лаванда. Только что были на эсопе, на душице. Прикольно. Вот подсолнух. Мы будем на большие? Да, да, это молодая. А. Вот новенькие кусты только посеяли. Окей. Поехали. Это поле эсопа. Это Андрюха начинает, да, он цвести? Да, это только начинает. Вот видно ряды. Вот. Кстати, дай найди, послушай звук. Иди сюда, Вань. Ну, большое поле. Послушай звук, Вань. Сейчас застану. Послушай звук, ну, я уже засними, слышу. Вот где он более-менее расцвел, засними, сколько пчел. Гудит. И гул. Смотри, сколько всего тут. Угу. Он как раз где-то через недельку зацветет полностью, он будет аж... Вот так шевелится, ну, весь. Кориандр мы видели скошенный. Кстати, понюхай. Лаванду мы видели. Понюхай его. Ё-моё. Зеленый чай из бутылки. Понял, с чего делают? Да. Вот то зеленый. Вот это эсоп, друзья. И пчелки есть на нем. Вот. Пчелки. Гудит все. Так, кориандр, лаванда, эсоп. Ну, что мы еще? Душица, только, да? Да, душица еще есть. Ну, так, и подсолнух отцвел. Последний тоже эсоп сейчас закончит цвести, и все в этом году. И все? Эсоп и все? Да. Понятно. Не, ну все равно есть на чем поживиться. У нас, по сути, подсолнух, где-нигде гречка. Знакомый запах, да? Чем пахнет? Травой. Чем пахнет? Чем пахнет? Травой. Это поле шалфея. Уже, конечно, отцвелся. Но запах непередаваемый. Два поля и там. Вот мы остановились. Хочу заснять для вас. Разнотравье. Ромашки, букашки. Шалфей вот цветет, отцветает. Ну, пчелки летают тут. Вот. Пчелки есть. Класс. Третий раз в Молдове, и ну, впечатление только наилучшее. Крутяк. Ну что, поехали дальше. У нас машина догнала. Привет!